Утро – самое мистическое время суток. По дороге на работу замечаешь, что вчера здесь не было ни листочка, а сегодня распустилась целая крона. Жизнь меняется вокруг. Город растет вместе с людьми, для которых я работаю. Это мое вдохновение, город, горожане. Герои моих сюжетов становятся лирическими героями моей поэзии. И это дает возможность сплетать окружающий реальный мир с поэтическими невесомостями. Целый город меняется вместе с Афонтово за чашкой утреннего кофе.